Телекомпания ТВ5 отмечает юбилей – 20 лет в эфире. За это время наш коллектив подготовил десятки увлекательных программ для телезрителей разного возраста, в том числе и для самых маленьких. Любимая детская программа «Сказка домовуши» каждый вечер радует ребят всей области. Некоторые из них в новогодние праздники побывали в гостях у «Сказки домовуши». На протяжении 16 лет «Сказка домовуши» является одной из самых любимых программ юных телезрителей региона. Она отмечена многими наградами областного и всеукраинского уровня. В период новогодних праздников ребята имели возможность поближе познакомиться с ведущей Инной Калининой и заслуженным артистом Украины Юрием Романовым, благодаря которому домовуша превратился в веселого и жизнерадостного человечка. К этой встрече ребята готовились заранее. Они приняли участие в конкурсе новогодних рисунков, на которых изобразили своих любимых персонажей. Некоторые дети подготовили новогодние стихотворения. Камила, у тебя очень хитрое стихотворение. Рыжее стихотворение. Хитрое. Не рыжее, не хитрое. Ой, а какое же? Давай послушаем, давай? Давай-ка, ну-ка, рассказывай. На свете так бывает, что только раз в году на елке зажигают прекрасную звезду. Посмотрите-ка, ребята, все вокруг покрыла вата. Но в ответ раздался снег. Это выпал первый снег. За каждое стихотворение или песню ребята получали сладкие сюрпризы от Деда Мороза, а забавные шутки домовуши веселили участников. Подобные новогодние встречи на телекомпании стали доброй традицией. Хочется верить, что и в дальнейшем они будут радовать детишек.